17 лет назад? Да. А что это за видео было? «Кавказская пленница 2». А вы что, не знали? Обзор, значит, до сих пор засекречен. Охренеть. Да что вы вообще обо мне знаете? Основная задача была сделать большой киноаттракцион, то, что еще никогда не делали у нас на родине. Так. Поэтому нас сейчас через все соковыжималки... Давайте отложим все соковыжималки и подойдем к фильму объективно и честно. Сюжет может показаться знакомым по той причине, что он пересказан один в один. Но тем не менее, редакция отправляет главного героя записывать местный фольклор в горы Кавказа. Главного героя почему-то все зовут Шуриком, хотя он, по идее, Левин. Ведь вот так выглядит Шурик, а вот так выглядит Левин. Дорогой! Такси надо! Я говорю, такси надо! Или ты спортсмен? То 20 километров пешком до города пойдешь? Из него кавказец, как из Максима Воронкова режиссер. Это что, день пародистов в детском саду? Мальчик! Куда тебя подвезти? Тебе с ним будет неинтересно, у него вчера музыку украли. Что? Да, украли музыку у меня, но зато у Давида голос! Ну вы знаете, эти кавказцы. В целом идет копипаста классики, только с примесью современного. Ну, например, Левин постоянно ведет запись всего происходящего на камеру. В остальном калькирование один в один. Ну, разве что без чувства меры, ведь сейчас хронометраж у фильмов должен быть больше. И поэтому режиссер растягивает знакомые сцены. Извините за слово режиссер, конечно. Выглядит так, будто этот осел сам делал эффекты. Серьезно, они делаются в два клика. Не переживайте вы так. Или вы сейчас не переживали? Бурунов, ну зачем? Зачем ты в это влез? Мантикоры что, не хватило? Снежная сказка. Недаром говорил великий мудрый Абах Матынбей. Первый шофер этой машины. Учти, Эдик. Учти, Эдик. Эдик. Саша. Мы планировали, что мы не будем делать именно прямой ремейк, а мы хотели сделать и именно большой аттракцион. Большой киноаттракцион. Постараюсь сделать это не ремейк, а большим киноаттракционом. Сделать большой киноаттракцион. Аттракционы делает Майкл Бэй. Хватит, пороть чушь. Конечно же, появляется местная Нина, и осел начинает следовать за ней. Метка, 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 судьба стреляет редко, 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 как снегурочка таю, к тебе прикасаюсь, лезли цветом. Гусь только что сказал «тормози». Нет слов. Можно вас попросить идти по шоссе все время только прямо? Просто вы понравились моему ослу. Самокритично. Вы понравились моему ослу. Самокритично. Вы понравились моему ослу. Какой одаренный на голову писал эти диалоги? Если ты сейчас меня смотришь и понимаешь человеческую речь, чтобы здесь появилась шутка, нужно было написать так. Вы понравились ослу. Самокритично. Вот тогда шутка появляется. Писали очень талантливые люди. Талантливые? Относительно камня, что ли? С неохотным повторением эмоций действительно талантливых людей персонажи доходят до города. И Левин идет устраиваться в гостиницу. Подольше подержи, а? Ну вы знаете, эти кавказцы. И если оригинальный фильм раскрывал или даже высмеивал какие-то особенности и обычаи, то версия Воронкова надевает маску из самых банальных стереотипов на актеров, которые ну вообще ни разу не похожи на кавказцев. Жена моего брата Русика знает сестру одного человека, который знаком с исполнителем этой песни. Вот так вот начни говорить, и ты сразу кавказец, братан. Это мама, клянусь, ара.
А что случилось на 10-й минуте? Появились трус, балбесы, бывалый. Хм, и что вы почувствовали? Я почувствовал, как ностальгию из моего детства, а также личности против воли превращают в болванки для рекламы. Да я понял. Понял, что это за марка автомобиля. Хватит ракурсов! Я раньше считал, что сниматься в плохом кино – это не приговор. Всем нужны деньги, и нельзя винить гаечный ключ за то, что он плохо закрутил гайку. Но когда ты соглашаешься играть в таком, это осквернение. Это оскорбление и это предательство. Никому и никогда нельзя прощать такое. Чего? Как говорится, жить хорошо. Ага, а хорошо жить еще лучше. А если кому-то нехорошо, так еще лучше. В оригинальном обзоре я просто орал что-то бессвязное. А теперь я понял. Этот фильм зло. Зло, сопоставимое с геноцидом. Такое сравнение. Вы никогда не думали, что вы плохой человек? Нет, не думал. Миру нужны плохие люди, чтобы отгонять тех, кто еще хуже. Вроде этого режиссера. Прошу простить за слово режиссер. Тебе нужен тост. А тост без вина – это все равно, что вино без тоста. Но я же не пью. И не играешь. Первый тост. Подождите, я сниму. На телевизор? Хорошо. Типа, смотри, телевизор записывает. Это как технология вперед скачнула, а? А этот фильм точно нельзя трактовать как разжигание межнациональной розни. Когда я был молодой, я очень хотел поехать за границу, но не мог. А сейчас я могу поехать за границу, но не хочу. Так выпьем же за то, чтобы мы всегда хотели дольше, чем могли. Ах, блять. Жена схватила ружье мужа и застрелила его. Так выпьем за соблюдение правил хранения огнестрельного оружия. Знаете, я всегда задавался вопросом, а почему XBB не снимают в копиях советской классики? XBB ведь такие охуительные. Как ни странно, эпизод с издевательством над культовой фразой «птичку жалко» вырезали из прокатной версии фильма, но при этом они выложили ее в интернет. Что с тобой случилось, дорогой? Слушай, что с тобой, дорогой? Волка жалко и птичку жалко. А что если предложить причастным к фильму пописать на могилу их покойных родственников за деньги? Или не писать на могилы, но без денег? Что бы они выбрали? Доллары или рубли? Как говорит живой классик Евгений Магадович... Минуточку! Минуточку! Продублируйте сказанное, запишу. Что это? Хазанов? Да. Его затащили какой-то манипуляции на тему смерти Ильи Олейникова. Но он же видел режиссера, он видел сценарий. Можно вообразить и предвидеть все, кроме глубины своего падения. Уважаемый товарищ и сатирик Евгений Ваганович Петросян сказал, хорошую вещь браком не назовут. Давайте выпьем! Эти красавчик, чтоб все с ума сходили. Да и не сходят, это даже не... Я один только что увидел, как Левин бросил камеру вверх, она взлетела в космос, вернулась обратно на Землю из невесомости, потом все начали бежать, появилась какая-то женщина, которая, открыв рот, издала звук сирены.
Прости нас, Гайдай. Мы все проебали. И знаете, многие недовольны современными ремейками. Я плохо отношусь и к «Иронии судьбы», и ненавижу «Джентльменов удачи». Но как ни крути, все эти ремейки, забитые рекламой, иной подачей и тягой к голливудской картинке, представляли из себя хоть что-то. Их создатели попытались сделать хоть что-то. Они не брали оригинал и не резали каждый его кадр на ваших глазах. И в зрительском зале вы не могли услышать крик оригинального фильма, который вопит от боли. От мучений, от всех издевательств и всего паскудства, начиная от самой идеи и заканчивая разрешением на прокат в кинотеатрах на показ этого ужасного снаф-видео. Так же, как в оригинале, Левин попадает в полицию, где его Сахов, конечно же, отмазывает и предлагает еще тостов. Такая работа, вот такая работа. Дешевая шлюха. Что еще за дешевая шлюха? Данные слова пришли мне в голову при виде этого балагана. Зашла речь о ремейках как раз. Не сидела компания, мы просто спросили, там по 17-18 лет, ребята, вы смотрели, ну, допустим, там, «Кавказскую пленницу». Девочки сказали так, что мамы прекрасные, папы там знают эту картину, любят, смотрят, но нам как-то это типа не наш формат. И что же нового привнесли создатели? Надо технологии. GPS и... Wi-Fi. Wi-Fi? Ну, Wi-Fi. Ну, вы понимаете, осовременили. Нанотехнологии, GPS, Wi-Fi. Ну и куда же в современности без продукт-плейсмента? Трех экземпляров, писаные красавицы, Вера, Надежда, Любовь. Казалось бы, почему на Кавказе подают крымские вина? Все просто. Именно их производитель, Инкерман, спонсировал «Кавказскую пленницу 2». И если вы покупаете продукцию данной компании, то вы поддерживаете подобное кино и попадете в ад, куда, к слову, создатели картины пустят без доклада. Оказывается, что и сейчас на Кавказе расчет идет в баранах, и современную Нину отдают за 20 голов. А также... О, карточку, голд, золотую хочу. Может, тебя сразу мэром города сделать? Гайдай какой-то! На роли похитителей претендует троица. Только в 2015 году это не трус, балбес и бывалый, это мудак, мудак и мудак. Троица мудаков нелегально зарабатывает, но не как раньше. Теперь они зарабатывают не на обучении танцам. Не проходите мимо! Только сегодня и только сейчас уникальное шоу проездом на Ибицу! Незабываемая пенная вечеринка! Проходим, не стесняемся! Это вдруг это у других запрещается со своим алкоголем. Понимаете, вот насколько им, сука, было лень, что, блять, они не смогли найти массовку, подходящую по возрасту. Если открыть словарь, то под словом «халтура» будет рожа этого режиссера. Извините за слово «режиссер». Евгена! Видите актеров, которые были задействованы в «Кавказской пленнице»? Переключайте канал. Видите на постере в кино? Не идите в кино. Видите на постере в театре? Не идите в театр. У каждого поступка есть своя цена. И каждый должен заплатить. Троица нанята, осталось вычислить Нину, и так как скалолазание уже не тренд, теперь в ходу параплан, мы наблюдаем наших героев парящими в воздухе. Только вопрос, чего это вдруг Левин начал общаться с Ниной? В оригинале он пошел в горы искать фольклор, там и встретил Нину. А тут вот просто ёпта лень было думать, нах, мы не парились вообще. Поэтому они вместе летают. И, конечно же, плохо переигрывают оригинальные сцены. По моей команде вы собираете это крыло на время. Готовы? Шурик! Шурик, что вы делаете? Шурик! Подождите,
Неужто это была самая бездарная склейка в истории человечества? Да, определенно, это была она. Левин, естественно, падает в воду, и врубается музыка, которая попадает в само настроение сцены. Всегда быть рядом не могут люди, всегда быть вместе не могут люди. Нина бросается в погоню на параплане и спасает незадачливого актера, который не способен сказать «нет», когда ему предлагают сняться во всяком дерьме. Ну и, конечно же, создатели не забывают о песенке про медведей. Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось. Вот, вот о чем я говорю, вот что я имею в виду, когда говорю о лицемерии, осквернении и продажности. Здесь работают идеи куда шире. Все мы, все наше общество, забудем их участие в этом фильме. Вот к чему ты приходишь после 30 часов создания обзора. Смотришь им в глаза, пусть даже на видео. Не важно, что они говорят в интервью, ты все равно это видишь. Знаете что? Смирение. Не сразу, но в последний миг они смиряются. Это облегчение ни с чем не спутать. Сначала им страшно. Они берут деньги за роль, зная, что порочат достояние. А потом они смиряются. И тут приходит осознание. Как это просто плюнуть на все хорошее. Давайте честно, даже обезьяна с ампутированными лапками сняла бы лучше. О, эти эффекты, о, это построение сцены. Бездарность! Тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Остеохондроз? Вот вы все это видите, как вы думаете, какой средний IQ у этой группы, снимавшей фильм? Что удивительно, изуродовать получилось не только знакомых персонажей, но и знакомые декорации. Посмотрите, как халтурно и ненатурально они выглядят. Я задаюсь вопросом, почему они этот фильм не в падике у режиссера снимали? Какая разница-то? Что будем? Бутылочку Инкермана, пожалуйста. Хорошо. Нахуй идет ваше вино, блядь! Далее Левина, который думает, что дебильно улыбаться значит быть Шуриком, знакомят с этой самой троицей. Мы бандиты! Эту пистолету, стреляну, убиванту, украданту, туалету. Марта Курлы, Кузов, Бомбардия, Киргуду. Мы с большим трепетом и с любовью создали эту картину. Когда маньяк пытает свою жертву, он не создает что-то новое. Он уродует уже существующее. Синий подарок для мальчика. На следующий день Левин помогает похитить невесту. И как в оригинале, ребята почти нарываются. Что грузим? Невесту украли. Щетник, вас снимает скрытая камера? Когда будут показывать, не забудь пригласить. И в чем была суть гэга с ногами? Суть гэга с ногами была в том, что родители сценариста не предохранялись. И теперь он ходит по земле и смешит всех своим существованием. Левин узнает, что похищение было по-настоящему, и, конечно же, первым делом он бросается к Саахову. Но тот вероломно спаивает очкарика и пристраивает в психушку. Я напишу на столе твое имя! Нина! Shut up! Shut up! Shut up! Посмотри, что он выделывает. Delirium tremens, как и было сказано. А почему больной в отдельной палате? Так это самая лучшая палата. Это что? Айпад, приклеенный к стене и выдающий себя за окошко в палату? Серьезно?
Да. А какой был бюджет? 3,5 миллиона долларов. 3,5. Кто выделил эти деньги? Разные компании и, конечно, Министерство культуры Российской Федерации. Самое смешное, что никого не наказали и никого не привлекли за это. Видно, что фильм ни разу не стоил 3,5 миллиона долларов. Хотя государство, наверное, и не удивилось. Когда выделяли деньги, Воронкова обвиняли в том, что он обокрал какую-то старушку. Я сам обвинять не берусь, но факт судебных тяжб присутствует. Максим Воронков обокрал нашу семью. Беседовать с нашей съемочной группой Максим Воронков не пожелал, но прислал в редакцию письмо и потребовал не поднимать эту тему. Почему бы не выделить денег, а? Мы все делали очень честно. Я никогда ему не доверял. Он слишком честен. Раз ему доверили такие деньги, значит, режиссер достойный. Что он до этого снял? Сиськопердельную комедию «Бабник 2», инцест-комедию «А мама лучше», бездарных искателей приключений в 3D. Он король в коричневом российского кино. В итоге Левина ведут к Гусману. Ты чего не видишь? Присмотрись, дверь закрыта на ключ. Ох, блядь, сука, ну насколько же халтурное дерьмо! Конечно же, изнасилование не избежала и золотая сцена с троицей. Жене пришел молодой любовник, как там уж пошел за пивом. Жене пришел молодой любовник. Когда уже доснимем это, а? А вы куда торопитесь? Да, сатана обещал заскочить, у него еще какие-то идеи есть. Какая же это все хуйня? Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. Не очень плохо иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Вот будет момент истины 21 августа. Если зрители пойдут в залы, значит, бренды работают, значит, зрителям это нравится. У нас будет миллионы последователей в плане кинематографистов. Вас, бездарей и мошенников, уже девать некуда. Место, на хардах заканчивается, столько вы дерьма понаснимали. И спасибо. Спасибо пользователям ВКонтакте, Ютьюба, Фейсбука, Пикабу, ЖЖ, Я Плакал, всех других крупных ресурсов. Спасибо вам огромное, от души искреннее спасибо. Спасибо людям на улицах, всем тем, кто говорил, не идите на этот фильм в кино. Спасибо, вот искренне спасибо. Я знаю, что мы эту битву никогда не выиграем, но благодаря маленьким победам, вроде той, что случилось с «Кавказской пленницей», мы можем держаться и радоваться. Победа заключалась в том, что «Кавказская пленница» провалилась в прокате. Что, правда, не помешало режиссеру снять еще один фильм. Мы не собрали, а они радуются. Наивные дети, неужто они думали, что фильм стоил 3,5 миллиона долларов, и они были потрачены на съемку? Господи, 3 миллиона потратили. Естественно, Левин пытается сбежать из больницы, но он делает это по-современному. Вера! Вера! What the fuck is this? Ситуация под контролем. Я тебя влиятельно спрашиваю. Uh-huh. Ей нравятся такие, знаешь, ну, энергичные, модные. Да, да, очень нравятся. Всегда мне говорила, дядя, как мне нравятся модные, энергичные. Только мы в клубе чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Только мы в клубе чиксы танцуют. Пусть город...
знает, с кем он тусует. Как думаешь, так ей больше понравится? Этот обзор, на все обзоры, на все. И на этом обзор кончился? Таким я его залил в интернет. Но это был не конец фильма. Да, это был просто конец. Была идея сделать то, что никто никогда у нас не делал. Это большой киноаттракцион. Первый, кому понравилась эта идея, Мосфильм. И вот от этого мы, то есть, толкнулись. Всем просто понравилась идея. Отзывы я могу вам сказать, что, конечно, есть и негативные, но очень много позитивного. Приходите в кино 21 августа, вы не пожалеете. Классная работа, хорошее кино. Это очень честный и классный продукт. Честный и классный продукт. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. А дальше они начали просто коверкать всем знакомые гэги. Например, Никулин чесал ногу непонятно как, доставая рукой. В современной версии его блеклая копия чешет ногу волосатой лапой с прикрепленным звуком, ведь, блядь, звук все сделает смешным. Да, и про сигару не забудь. Дай от меня этому режиссеру в морду от всей души. Это ты во всем виноват, импотент с левой резьбой. Теперь вино. Разбило две бутылки. Нахуй идет ваше вино, блять. Помните, как люди, которые выдавали прокатные удостоверения, обещали впаять неудержимым 18+, если прокатчик не замажет сигары? Как вы думаете, какой рейтинг у «Кавказской пленницы», где курят, пьют, есть сигары и рекламы вин? Какой? 12+. Да, все мы алчные, лицемерные, лживые. Но если бы существовала олимпиада по этим дисциплинам, ребята, которые выдают рейтинги, взяли бы все призовые места. А что если мы снимем, как троица насилуют Гайдая, а? А те, кто выдают прокатные разрешения, такое пропустят? Да у нас же там свои, а чё нет-то? Тем более, деньги-то уже выделили. Чё, не скажут нет, что ли? Мракобесие не сбавляло оборотов, и можно было наблюдать за прекрасной в своей бездарности клоунадой. Спокойно, я не колю ещё. Сейчас уже всё? Нет. А когда всё? Сейчас. Послушайте, я скажу, когда уколю, А вы уже сказали. Ещё нет. Все. А я все. Упоров преступников снотворным, которое начинает действовать через 30 минут, Левин поднимается к Нине. Та думает, что Левин заодно с преступниками и вырубает дрища. С помощью телекинеза? Затем Нина убегает и в погоню бросается мудак, мудак и мудак. А также Левин и водитель скорой. И еще два мудака. И, конечно же, опошлят все, что осталось. Начиная от погони... На новом поколении людей показать новую историю, ну, как бы старую историю под новым соусом. Это же нормально. Во всем мире это нормально. Заканчивая культовой сценой. В одной из рецензий великолепные актеры. Они вас не играют, а юродствуют. Как вы прокомментируете? Я думаю, что это просто какие-то очень
Злые люди? Злые люди. Да, злые люди пишут рецензии, добрые снимают ремейки на классику. Ну и, конечно же, куда без монтажа со звуковыми эффектами. И в отличие от 1967 года, когда Гайдай снимал свой фильм, в 2014 году киноделы не смогли показать зверей и людей в одном кадре. Технологии сделали шаг вперед, российское кино сделало надгробие. В итоге троица ловит Нину, не зная, что в их крови снотворное. Это бездарное говно стоило $3.5 миллиона. И знаете, в чем заключается смешная ирония? В том, что режиссер фильма расплакался на конференции на словах о том, что от него ушли инвесторы. Другая уважаемая кинокомпания заявили то, что они будут тоже делать «Кавказскую пленницу 2». И у нас ушли инвесторы. Я сейчас сижу, мне... Только твои страдания могут хоть немного залечить те рваные раны, которые оставил твой фильм на душах людей. Честно, я не прошу никакого сострадания. А его и не будет, ведь мы еще не досмотрели. Левин целует Нину, и все вместе они идут мстить Саахову. И тут создатели решили отойти от оригинала, куда-то в ад. Куда поедем? Внук, тебя уже там заждались. Ну что, Шакал, готов ответить перед нашим родом? Эд Вуд плачет слезами зависти. Серьезно, ну вы посмотрите на эту склейку. Что, Шакал? Мутацкий российский монтаж! А в конце концов, Саахова судит Саахов. Да здравствуй, наш суд, самый гуманный суд в мире! Неужто создатели и сценаристы не понимали, что если изуродовать оригинальные шутки, заставить кривляться новых актеров в старых образах, то все равно не получится повторить ту душевность и химию? Они так не думали. Они думали, когда обед, а после этого думали, когда домой. Саахова признают невиновным, ведь государство, в отличие от режиссера, прогнило. Нина оказывается стюардессой, и она вместе с Левиным улетает на самолете, у которого, будем надеяться, откажут двигатели. Илье Олейникову? Да, раз уж включили машину по обливанию говном, почему бы не облить еще кого-то, кроме Гайдая, ведь так? Ну а вишенкой на торте становится композиция группы USB из Comedy Club. История повторяется, не надо маяться, все будет окей. Это не музыка, это эпитафия. Эпитафия фильму и карьере всех участвующих. Вы когда-нибудь слышали о такой теории бесконечности говноремейков? Нет, это для меня слишком заумно. В нашем зрительском восприятии фильмы выходят по очередности. Выходит оригинал, выходит ремейк. Но за пределами нашего восприятия, с позиции киноделов, оригиналов будто не существует. И с этой позиции, с позиции киноделов, мы бы увидели, что кинобизнес это... Блин. Некий объект, состоящий из премьер в суперпозиции всех фильмов, на которые можно сделать ремейки. И эти ремейки кружат по кинотеатрам, как карт по треку. Для нас это кино, для них это бизнес. И мы будем смотреть говноремейки снова и снова, раз за разом, снова и снова. Сколько будет еще «Кавказских пленниц», «Джентльменов удачи» и «Бриллиантовых рук»? Сколько я на это сделаю обзоров? Кто знает.
всего плохого.